Сосновый бор – название города. Но это и действительно сосновый бор. Построенная здесь в духе современных идей промышленного зодчества Ленинградская атомная электростанция не разрушила красоту побережья Финского залива. Бережное отношение к природе. Конституция СССР поставила непременным условием созидательной деятельности советского человека. Архитекторы и строители Соснового Бора принцип этот выдерживают с большой последовательностью. Здесь не торопятся срубить даже сухое дерево. Мы должны беречь нашу землю во имя настоящего и будущих поколений. Задача нелегкая, но обществу развитого социализма она по плечу. В год 60-летия Великого Октября мы можем говорить об этом с полной уверенностью. В решении этой задачи немалая роль принадлежит сегодня нашим архитекторам и строителям.